Друзья, всем привет! Ну что, сегодня у нас 2 мая 2022 года. Так, приготовил сеялочку, поставил ее за маленький мотоблок карвер. В общем-то, в планах сейчас поехать на участок, где в том году у нас рост картофель, рассеять там на сидираты вот горчицу белую. Но здесь у меня не чисто горчица белая, здесь у меня еще есть... Помимо горчицы, по-моему, сейчас не вспомнить, вот что еще. Здесь всего 3 килограмма у меня вот семян. Но есть еще здесь клевер. Немножко клеверка, значит, есть. Ну, буквально тут его процентов может быть 10 от общей массы. В общем, сейчас поедем на участок и уже посмотрим, как она будет сеять мелкозернистую, пока я не рассевал никогда. Все, ребята, дело сделано. 5 килограмм, вернее 3 килограмма горчицы рассеяно на 5 соток. Вот, вот тут маленько попробовал, где-то увидел, что семена не закрывает. Ну вот, видно, вот они лежат, вот они, семечки, вот насыпаны чутка, но только в одном месте, остальное все закрыл вроде бы. Такого, как прошлый год, нету. То есть нормально. Сейчас, наверное, еще соведу скаут, забороню все это дело. А потом поставить можно поливалку, полить вот. Ну, это видно будет, как с погодой. Так что все, гоним коня на место.
Так, друзья, ну все, заборонил. Участок готов. Вытащил, конечно, еще травы старой. Но без этого никак. В общем, ждем сходов. Ждем сходов для того, чтобы зафрезеровать ее. Ветер не стихает. Ну все, друзья, это всем пока. До новых встреч. Увидимся на моем канале. Всем удачи. До скорой встречи.